Незвычайный киносеанс отбылся в Могилевском кинотеатре «Кастрычник». Каску «Город майстров» показали людям с порушениями зроку. Фильм демонстрировался у специальном формате с аудиодескрипцией. Для Могилевской области это первый подобный опыт. Шмат кто из этих людей в кинотеатр пришел першиню. Воспринимая сюжет картины, за порушение зроку яны могут только представлять образы с допомогой аудиодескрипции. Человек, диктор, озвучивает все то, что происходит на экране. Вот человек там поднимает руку, он это говорит. То есть люди понимают то, что происходит. И плюс они слышат сам фильм. Фильмы с аудиодескрипцией в Беларуси появились не так давно, с полгода тому. Такие специализованные киносеансы – добрый шанс поширить обмежеванные махчимости людей с порушениями зроку. Это очень хорошее начинание, поскольку хоть фильм и старый, давно знакомый, но некоторые детали вследствие зрения, естественно, ускользают, и картина фильма смазана. А аудиодескрипция, вот это вот комментарии, скажем так, да, по ходу действия, это очень хорошее дело, и, в общем-то, смотрим фильм полноценно. «Город майстров» демонстрировали у рамках месячника «Белый кий». Дарэчы, это не один проект, который обогащает вольный час инвалидов по зроку. В каждом районе есть отделы и литература, как озвученная и плоскопечатная. И методическая работа библиотекаря нацелена на то, чтобы организовывать досуг и этой категории людей. Ирина Бродиловская, Денис Бутылин, «Новин регион».